В команды от каждого учебного заведения вошли 3 девушки и 7 юношей. В программу включили 10 упражнений – бег, подтягивание, разборка автомата, одевание противогаза, переноска пострадавшего. В первом районном этапе приняли участие команды 35 школ и 9 среднеспециальных учебных заведений. Городской этап, на котором определятся самые быстрые, сильные и сообразительные, состоится в апреле.